Всем огромный привет, Ашан. Как ни странно, но именно обзор косметики, косметических средств из Ашана тоже пользуется популярностью, поэтому предлагаю вместе со мной прогуляться и посмотреть, что же предлагает Ашан нам сегодня. Назовем это так: осенние расценки, осенний обзор из Ашана. Смотрите, я стала замечать, что практически во всех магазинах, даже очень многие сетевые магазины стали предлагать покупателям вот такого рода шампуни, бальзамы, то есть тут все на японском, как я понимаю, и идет наклейка на русском, то есть тем самым они показывают, что это реально товар из-за границы. Честно говоря, ни разу не пробовала, не знаю, хороший или нет, но цена у них, слушайте, 500 рублей, поэтому я думаю, что все согласно цене, должен быть очень хороший результат. А, еще очень популярна сейчас корейская косметика. Корейская, японская, даже Ашан, видите, 500 рублей. Внизу спускаемся, смотрим, тоже 694 рубля, тоже шампунь, пожалуйста, все. И здесь идет все на нерусском, ну, то есть иероглифы, и идет наклейка на русском языке, бальзам и ополаскиватель. Поэтому сразу же вопрос, вы такими пользовались? Может, что-то можете посоветовать? Потому что, если честно, очень хочется прикупить что-нибудь, попробовать, но отдавать 700 рублей, грубо говоря, за то, что потом выкинешь, не очень хочется. Нет. А очень интересно все-таки. Также, смотрите, можно купить 332 шампуни. Ну, эти, если не ошибаюсь, уже давно представлены шампунчики. Ну, Глискур всем известный. Сейчас новая серия регенерации для ослабленных поврежденных волос. Цена 244 рубля. Очень люблю Глискур покупать по каким-нибудь акциям, когда шампунь и бальзам продаются вместе. И у них цена очень интересная получается, даже новинки. Так, Шаума тоже стандартная прелесть. И Фрутис. А что касается этого стенда, если спускаемся вниз, тут тоже намешаны и известные, и неизвестные. Фрутис репейный комплимент. Это не шампунь, да? Нет, шампунь. Шампунь такой же в аптеке тоже продается. Также средства для укладки сразу же. И смотрите, какой шампунь. 505 рублей, но здесь целый литр. Вообще, Ашан тоже сейчас расставил товары свои, чтобы на нас главных стендах выделялись продукты, чтобы именно на них внимание все, на эти продукты, да, не на них, на эти. А потом уже все остальное ходишь, рассматриваешь на полочках уже, если что-то не нашел. Так, 171 рубль. Кстати, это краска для бровей, ресниц, Эстель. Внизу тоже Эстель. Батист, пожалуйста, сухой шампунь, одно время очень гремел. 417 рублей, есть 386. 417 оригинальные, 386 не оригинальные. Вообще логика железная. Также, смотрите, Botanical Fresh Care 511, масочка 586. Средства от Tafta, комплименты, Фрути заканчивают. Эти маленькие бочоночки 112 рублей. Что это у нас тут? Твердый шампунь, манго. А вот уже интересно. Раньше, по-моему, в Ривгоше, ну раньше-то вообще 100 лет назад, твердый шампунь, именно оттуда я узнала, из Ривгоши. И они были очень классные. Смотрите, для мужчин пиво 130 рублей, это шампунь. Это, конечно же, не все. Кстати, мы с вами гуляем по Ашану в городе Екатеринбурге, который находится в Меге. Металлурга 87. Еще у нас есть Ашан-Сити. Ашан-Сити расположен в Карнавале, Халтурино. Ну, вдруг кому-то интересно, какие у нас магазины в Екатеринбурге есть. Вот я их рассказала. Масочки, перчатки, носочки, отшелушивание. Цены, смотрите, 123, 262. Спускаемся пониже. Ага, здесь для лица нету. 249 тоже для ног. 400 максимальное для ног. Это вот крайнее, а вообще цены приятно удивляют, нету таких запредельных, каких-то нереальных, хотя, в принципе, в Ашане никогда и не было, но раньше Ашан был еще дешевле. Пробовали вот такие вот масочки? Одно время я очень любила смотреть, как блогеры описывают и показывают эффект. Это такой трэш, но прям, знаете, такой у некоторых классный результат был. Потом как-то подутихло, и сейчас это уже в истории, но, тем не менее, магазины предлагают. Почему бы и не купить, и не попробовать.
Также прочие продукты и товары сопутствующие можно приобрести в Ашане. Смотрите, какой наборчик, 89 рублей. Голубенький, зелененький, даже красиво. Тут три в одном, и тут три в одном. Все за 89 рублей. Набор педикюрный. Косметички и в Ашане есть. 39 минималка, я смотрю, 300 рублей, максимально 350, большая, под кожу, тут реально торба, торбище просто. 350 рублей, косметичка овальная, малая, 200 рублей, даже тушь не поместится. Такая 129 рублей она. Вроде маленькая, а вроде и нет. А там тоже 300, 180 и 250. Наборы дорожные, если не ошибаюсь, самое выгодное это в фикс-прайсе приобретать, если не поменялись цены. А вообще тоже почти в каждом магазине, даже в Окее, есть вот такие вот наборчики. Ой, тут сколько штук. Наборчики, чтобы, да, вот собраться. И в Окее одно время были, но в Окее были дорогие. Сейчас, честно говоря, внимания не обращала, не брали ли их с производства или нет. Подходим. Это у нас, ух ты, для загара. Штучки. Пользовались такими. Как они? Стикини. Стикини, наверное. Три пары. А, я поняла. Ну, в солярии такие выдают. Это на грудь защита. Я думала, что ты что-то наклеиваешь там, и потом какой-нибудь красивый загар. В общем, я уже отстала от жизни. 22 рубля 64 копейки. А термальная вода 77. Слушайте, как-то в понедельник все тормозиться, хоть и народу нет, никто не мешает, но все равно как-то не идет так быстро. Не знаю, актуально, не актуально, хотя бархатный сезон в разгаре, можно приобрести подешевле. Ровный загар, для загара, от загара, защита 469 рублей, 30 SPF, 30 Неве, но Неве пока не скидывает, да? 737 рублей, тут еще какая-то акция. Кстати, мы для себя решили, что для детей удобно использовать спреи. Вообще там хоть молочко, хоть масло, хоть крем в виде спрея очень удобно. Да, в принципе, и нам тоже взрослым спреем максимально комфортный, лучше всего распределяется. Крем пока вымажешь, пока вмажешь его, все равно он долго впитывается, особенно большая защита, он же такой плотной консистенции. Поэтому тоже для себя решили, будем спреи. Но еще почему показываю Космию. Космию нам очень понравился, классно. У них и аромат приятный, и действуют они, работают хорошо. Мы пробовали для лица, вообще поры не забивает. Лицо прыщами не покрывается, защита у него хорошая. Так что вот на Космию прям обратите внимание. Вот такую не пробовали, вот такую пробовали. Но я думаю, что мы все еще попробуем со временем и уже точно расскажем, вся ли линейка классная или не вся. И вот, пожалуйста, мы тоже пробовали вот 30 защиты, тоже понравилось. Так, это я что-то уже тему отвлеклась, мы с вами смотрим цены. Ну, вот эти флорисан, они тут очень дорого, если вы смотрите именно в Ашане. Лучше другие магазины посмотреть. Вот же и фикс-прайс, по-моему, там тоже флорисаны были. Я какой-то еще магазин забыла, но там цена была около 100 рублей, в общем. Так, тут у нас скидки, волшебное слово. Тоже все это защита от солнца, для загара, от загара и так далее. Но скидки еще небольшие. Не знаю, будут ли в этом году они скидывать максимально. Мы пока ждем. Пантенол. После солнца. Ну, вот логично, тут мы загорели, тут мы защищаемся и кожу... Потом лечим. Лучше, конечно, до этого не доводить, но если вдруг случилось, то вот, пожалуйста, пантенол в любом виде, и гель, и пенка, и крем, и так далее. Пенки тоже, кстати, классные, у них охлаждающий эффект. Но это мы использовали не в эту нашу поездку, а наоборот, даже когда не уезжали, здесь, в Свердловской области, немножко не рассчитали, сгорели, и пенка очень выручила, облегчила, по крайней мере. Ой, это что такое за прелесть? Космия 368 рублей 99 копеек. Тут, конечно же, ни слова. На русском написано масло после загара. Смотрите, какое оно красивое. Золотистое, переливается, кожа будет тоже перевиваться. Хотя вся линейка Космия не нравится ей. Вся, которую я пробовала, так будет правильнее. Крем для лица, там лосьон был.
гель для душа, вот считайте, для загара. И все в точку прям. Так, ну тут что у нас в Гарнье? Давайте этим мы закончим. Надо скорее уже разговориться, раскачаться и скорее вступать в новую неделю более активными видеообзорами. Пока всех вас я благодарю за то, что были со мной эти 10, а уже больше 10 минут. Жду ваши комментарии. Желаю вам отличного настроения, хорошей продуктивной недели. Еще обязательно с вами увидимся. До новых встреч и пока-пока.